Акция идет мало. Светлана, житель города Алматы, вынуждена продавать газеты и журналы под палящим солнцем. Светлана 10 лет тому назад по разрешению городского акимата открывала газетный киоск на улице Жибекжолы. Но недавно аким города Бауыржан Байбек указал снести такие киоски. Исполнение приказа было возложено на акимат Алмалинского района. В начале июня несколько таких предпринимателей, как Светлана, вынуждены были увести свои киоски с этого места. Мы ИП, мы платим налоги, платим патент, также налоги, все. Но так как мы заплатили до конца года, как мы уйдем, нам никто не вернет. Те же, кто покупает газеты, недоумевают, почему акимат приказал убрать только газетные киоски отсюда. Они обращают внимание на то, что другие киоски тут, общественного питания, остаются на своих местах. Убирают киоск с прессой. Это для нас очень плохо. Мы любим читать. Во-первых, девочки очень внимательны к покупателям. Что попросишь, они ту прессу доставляют. У них намного дешевле, чем где-то в других точках. Предприниматели обратились в акимат Алмалинского района с письмом, где просят разрешения вернуть киоски. В отделе развития предпринимательства и торговли акимата говорят, что эти киоски были установлены незаконно и что рассматривается вопрос об установке киосков с новым дизайном. Новый проект бойынша, дизайн бойынша бізге жазып жатыр. В любом случае хат келгенде бізге осындай хат. Біз оны обаяуы жолға земельный комитетке жібереміз. Олар шешет, біздің үште полномочий жоқ бізде. Газетные продавцы тем временем намерены продолжать свою торговлю под открытым небом, если акимат не разрешит им вернуть киоски. Руслан Медельбек, Санат Нурбеков, Азаттык ТВ.